дорогие друзья, товарищи, соратники, от всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством. Желаю добра, здоровья, счастья, радости, всего самого доброго и самого светлого вам, вашим родным и близким, вашим семьям. Я уверен, что если мы и дальше будем вместе работать, вместе бороться, то мы добьемся, что уровень и качество жизни в нашей родной Владимирской области не будет уступать уровню и качеству жизни в нашей столице Москве. И я убежден, что в скорейшем времени москвичи будут с радостью приезжать, жить и работать в нашу родную Владимирскую область. Вместе мы победим любую заразу. Счастье и радость победит коронавирус. Следующий Новый год, я убежден, будет лучше уходящего. Всем добра и радости!